что-то, блин, вообще нерадостный нифига. Уже думаю, блин, нахер оно мне было надо, блин. Что, оторвали, блин, уже один болтик с поддона. Удачно, успешно. И еще два под таким вопросом. Типа тоже есть такая вероятность. Ну, блин. Что делать? Надо все равно менять прокладку поддона. Швак говорит, типа это самое, если сорвет, то сможет потом исправить это, высверлить его и нарезать резьбу. Ну, короче, будем рисковать. Что делать? Приехала спецтехника в виде вот такого вот трактора, который снимал этот двигатель, вытаскивал. Сейчас будет обратное действие, но уже в ласточку. И честно вам сказать, чем ближе момент запуска двигателя, тем каменнее становится очко. Эту фразу я, честно сказать, повторяю, но чувства те же самые. Вот он, наш мотор, уже готовый к установке. Поменяли такие вещи, как прокладку поддона, некоторые шпильки на выпускном коллекторе, медные гайки, сцепление перекинули. Вот мое старое поставили, и коробка остается та же самая. Собственно говоря, все.
пора нам там в колектор, в то все. А коли я один пас підняв, другий опустив, мотор отако стояв. І він нам допоміг, колектор заховався більше. Тут було більше пространство є, просто щоб той. А там нам штани мішали. Якби я штани не прикрутив, я би потім би їбався нахуй, блядь, прикрутити штани. І так... то так, те як там ті були, просто не закрутили. Ну так. Да. І так, ребята, свадьба состоялась, горька. Чотири рази ми пытались впихнуть это пихло сюди. Четвертий раз оказался удачный, слава богу. Я, в общем-то, что я взял, как я помогал за вот эти вот подушки. Вылез на стену, как Спайдермен, тянул на себя. Андрей видел, блин, как я там стоял. На стене стоял, тянул. В общем, ребята, вы должны осознавать, что это очень нелегкое дело. Очень нелегкое. Тем более для одного человека, нас тут трое, мы еле-еле вот эту хрень впихнули. Прости, ты хороший. Это не твоя вина. В общем, четко осознавайте, когда вы хотите сделать свап. Это очень трудно.